Это Даниэль. Ему 12 лет. Он учится в 6 классе и любит собирать конструктор. Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. Я хочу представить вам нашего нового ученика. Это Никита. Он будет учиться в нашем классе. Никита у нас отличник. Присаживайся, Никита, пожалуйста, за вторую парту. Никита немного нервничал. Все ребята в классе как будто изучали его. Сейчас, ребята, мы потренируемся в сокращении дробей. Для этого откройте, пожалуйста, учебник на странице 40. Идет выполнять Даниэль. Пожалуйста, к доске. Что, какие-то проблемы, Даниэль? Кто может помочь? Пожалуйста, Никита. Присаживайся, Даниэль. Никите это задание показалось простым, ведь математика его любимый предмет. Заучка. 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 Ребята под предводительством Даниэля начали обзывать Никиту заучкой. Разумеется, это не укрылось и от Никиты. Что же делать, если к тебе приклеилось обидное прозвище? К тебе приклеилось обидное прозвище. Самый простой способ – это не откликаться, не отвечать и вообще делать вид, что к тебе это прозвище, это слово не имеет никакого отношения. Чем меньше твоей реакции, тем быстрее обидчики от тебя отстанут и найдут другой объект для своего остроумия. Никита твердо решил не обращать внимания на обидчиков. Ребята, а давайте вспомним, какие числа у нас называются взаимно обратными. Даниэль, расскажи нам, пожалуйста. Никита. Два числа, произведения которых равно одному, называются взаимно обратными числами. Молодец. Даниэль страшно разозлился. Да кем этот Никита себя возомнил? Но Никите этот совет не помог. Что же делать дальше? С другой стороны, прозвище иногда может сначала быть обидным, а потом стать чем-то, что очень хорошо характеризует человека. Ну, например, основатели Москвы князя Юрия, как вы знаете, прозвали Долгоруким. И это прозвище наверняка ему сначала не нравилось. На перемене Никита заметил, что Даниэль вырвал листок с оценками из своего дневника. Да лучше быть заучкой, чем двоечником. Хочу признаться по секрету, что из-за моей труднопроизносимой фамилии в детстве меня старшеклассники называли Бармаглотом. И мне было сначала очень обидно, а потом, когда старшеклассники узнали меня лучше и поближе, меня уже стали называть наш любимый Бармаглот. На следующей неделе учитель устроил проверочную работу по математике. Никита в своих силах не сомневался. А вот Даниэль, математика давалась ему с трудом. Никита решил помочь однокласснику. Даниэль очень обрадовался, ведь без Никиты двойки не миновать. Я знаю, о твоих плохих оценках в математике мы можем с тобой начать заниматься. Даниэль больше не будет называть одноклассника заучкой и обязательно подтянет с его помощью математику.
Итак, что делать, если к тебе приклеилось обидное прозвище? Во-первых, не обращай внимания на это. Во-вторых, попробуй понять, почему тебе дали это прозвище. И, наконец, в-третьих, попробуй наладить отношения с теми, кто тебя обзывает.